Ну что ж, давайте продолжим. Итак, Аристотель переходит к обсуждению того, как быть с внешними благами. Какие внешние блага нужны, в каких количествах, как быть с их отсутствием, можно ли терпеть, долго ли терпеть их отсутствие можно и быть при этом добродетельным, или уже есть такие ситуации, при которых выбора никакого нет, и даже самый лучший и добродетельный человек перестает быть таковым в силу внешних обстоятельств. Может быть, тогда вообще никого не следует считать счастливым, покуда он жив, а нужно по салону взирать на конец. Если в самом деле признать такое, то не будет ли человек счастлив лишь тогда, когда умер? Хороший вопрос. При жизни всякое с вами может случиться, а после смерти уже ничего не может случиться. Значит, после смерти это самое время быть счастливым? Или это все-таки нелепо во всех отношениях, а особенно для нас, коль скоро мы определяем счастье как некую деятельность? Если же мы не называем умершего счастливым, и Солон имел в виду не это, а то, что без ошибки признать человека блаженным можно лишь когда он уже вне зол и несчастий, то и в этом случае рассуждение будет несколько спорным. Да, но даже если поверить великому законодателю Солону и предположить, что на самом деле счастливым мы можем назвать человека только в том случае, если он уже прожил свою жизнь, и мы точно знаем, что она была прожита хорошо, что там не было великих потрясений. Аристотель все равно не согласен, потому что он снова банально мертв и не может быть добродетельным. Ведь принято считать, что для умершего существует некое зло и благо, коль скоро это так для живого, когда он ничего не чувствует. Это, например, честь и бесчестие, а также благополучие и несчастье детей и вообще потомков. Но и это ставит трудный вопрос. Действительно, можно допустить, что у человека, прожившего в блаженстве до старости и, соответственно, скончавшегося, происходят многочисленные перемены, связанные с его потомками. Причем одни из потомков добродетельные и добились достойной жизни, а у других все наоборот. Ясно также, что потомки могут быть в самых разных степенях родства с предками. Однако было бы, разумеется, нелепо, если бы умерший переживал перемены вместе с потомками и становился то счастливым, то снова злосчастным. Но нелепо также допустить, что удел потомков ни в чем и ни на каком отрезке времени не оказывает влияния на предков. Конечно же, мертвые не могут быть счастливыми. Но они и не могут избежать внешних воздействий даже после смерти. Если часть вашего счастья заключается в внешних благах, например, в ваших детях, в том, чтобы дети у вас были здоровые, красивые и успешные. То я умер, меня ничего не беспокоит. Если счастье подразумевает под собой внешние блага, то, конечно же, да. Если вы умираете, там что-то не умирает, я не понимаю, что... Вот. И это аргумент Аристотеля против. Что же получается? Что мертвые все время меняются? Типа они какое-то время счастливые, потом снова несчастные, потом снова счастливые, прямо в зависимости от внешних обстоятельств? Нет, этого не может быть. Скорее всего, Аристотель в принципе не поддерживает бессмертие души. Да. И в связи с этим у меня вопрос, если я тебе душу не поддерживать, а я вам... Я сказал «скорее всего», и я не могу ответить точно. Да, и это еще одна особенность, которую вы все время упускаете из виду, а я принимаю как данность. Очень часто точка зрения не высказывается сразу. Чаще всего она высказывается постепенно, долями, с медленным погружением. Да, да, либо остается за скобками. Аристотель не может сказать, что он не верит в бессмертие души. Такое неприемлемо. Он может только показать, что есть такие проблемы с бессмертием души, которые не могут быть решены до тех пор, пока мы думаем, что душа бессмертна. У Аристотеля будут наследники эпикурейцы, которые вообще прямым текстом будут говорить: «Ты умер, она умерла, до свидания, все». Все вернулось обратно в великий кисель атомов, из которого все и вышло. Не волнуйся, мир тоже помрет. Скоро. Прямо на днях все разложится обратно на атомы. Богов нет, не беспокойся, никогда не было, никогда не будет, не дергайся, все хорошо. Богов нет, там держит. Да. Причем настолько держитесь, что Эпикур говорит: они, конечно, есть, обитают там, в Интермундии, между мирами. Но из его теории атомистской следует, что боги составлены из атомов, а значит, что они не боги. Потому что только атомы и пустота вечны, а все остальное создано из атомов и пустоты. То есть он, с одной стороны, не говорит там, что богов нет, а с другой стороны, прямым текстом говорит, что так как существуют только атомы и пустота, все остальное – это временное. Может быть, начинать вопрос о смысле человеческой жизни нужно как раз-таки с вопроса о бессмертии? Если бы политика имела отношение к религии, действительно, в религиозном трактате стоило бы начинать вопрос с бессмертия души и существования души.
Но это политический трактат, а не религиозный. Ну, согласен, нечестно как бы об этом искать заранее. Нет смысла об этом говорить заранее, потому что все, кто читает этот трактат, прекрасно знают, что душа существует и что она бессмертна. Нет смысла разубеждать их в этом, потому что это никак не поможет политической практике. А что насчет философов? Ну, то есть, смотрите, я же вам изначально задала вопрос насчет смысла. Как бы, если душа не смертна, то какой смысл мне быть добродетельным и вообще стремиться к этому счастью? Ну, смотрите, предположим, что душа Хрюшки не бессмертна. Отменяет ли это не бессмертие цель существования Хрюшки? Никоим образом. Словосочетание «смысл жизни» включает в себя слово «жизнь». Поэтому смысл жизни существует при жизни. Включает, но если Хрюшка живет, как вы говорите, искусственными удовольствиями, то человек живет естественными. Нет, 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 Хрюшка живет абсолютно естественными для нее удовольствиями. Ну, как? Она же живет телесными удовольствиями. А у нее других нет. Хорошо. Это для человека телесное удовольствие становится искусственным. Хорошо, вы же понимаете, что ей не нужно вырабатывать себе привычку насчет добродетели. Нет, конечно, потому что у нее нет... Бессмертия нет. А тогда, если бессмертия нет у человека, зачем ему вырабатывать эти привычки? И еще раз мы возвращаемся обратно к цели. У Хрюшки нет бессмертия, а цель существования есть? А есть ли цель существования, если нет бессмертия? Конечно. Еще раз, вы говорите, цель существования или цель жизни. Хорошо, но тогда это приравнивается... Жизнь абсолютного, я не знаю, опустившегося, и жизнь, я не знаю, благочестивого. Конечно же нет. Там, где есть разнообразие, там есть иерархия. А если при смерти нет, то иерархия то нет. Как это? При жизни и более того, и после смерти она остается, потому что великих людей и хороших людей помнят. Причем помнят хорошо. Да, но не плевать, они уже не такие. Да, но при жизни это имеет решающее значение. Хорошо, что с философами? Если для философа он скажет, что бессмертия нет, что это созерцание или зачем оно? Цель жизни и смысл жизни никуда не уходят, в принципе. Но вы же понимаете, что такая ставится, она не может быть и не уходит, но она ставится под сомнение очень сильно. Нет, никак не ставится под сомнение. Надо, однако, вернуться к поставленному ранее вопросу. Может быть, с его помощью будет уяснен вопрос, исследуемый теперь. В самом деле, если нужно взирать на конец, и тогда только причислять того или иного человека к блаженным, причем не как блаженного ныне, но потому, что он был блаженным прежде, то как избежать нелепости? О человеке, когда он счастлив, утверждать это в соответствии с его состоянием, не будет истиной только потому, что живых не хотят признать счастливым из-за возможных перемен, и потому, что по частям понимают нечто постоянное и ни в коем случае не подверженное переменам. Между тем, как судьбы одних и тех же людей принимают разные обороты. Если есть жизнь после смерти, то при жизни нельзя быть счастливым. Потому что при жизни есть перемены. Ясно ведь, что если следовать за превратностями судьбы, тогда одного и того же человека мы будем называть то счастливым, то снова злосчастным, представляя счастливого своего рода хамелеоном и как бы шаткой постройкой. Может быть, следовать за превратностями судьбы отнюдь неправильно, ведь хорошее или плохое зависит не от них, хотя без них, как мы то уже сказали, человеческая жизнь не обходится. Для счастья же главное – деятельности – сообразно добродетели, а противоположные деятельности для противоположного счастью. Да, нам придется признать, что счастье не постоянно. Тут выбора нет. Но это безумие. Один и тот же человек в один момент, при том, что он не меняет своего образа действий, может быть счастливым, а в следующий может быть несчастным. Потом опять счастливым, потом опять несчастным. Такая ситуация полного хаоса нас тоже не устраивает. Что же делать? Мы возвращаемся обратно к нашей установке. Мы, как законодатели и учителя законодателей, должны сделать все, чтобы избежать превратности судьбы. Чтобы граждане нашей страны избежали превратности судьбы. Но мы не сможем сделать вообще все. Ну, грубо говоря, мы там не можем предсказывать наводнения, землетрясения, эпидемии. И возвращаемся обратно к утверждению Аристотеля о том, что наука, политическая наука – это такая наука, где точность возможна только приблизительно. Это касается не только рассуждений, но и действий. К сожалению, это не плотничество. Нельзя отмерить ровный угол в 90 градусов и получить ровно его. К сожалению, всегда придется мириться с тем, что наши цели в принципе недостижимы и постоянно будут случаться непредсказуемые провалы.
В пользу нашего определения говорит и решение только что рассмотренного вопроса. Действительно, ни в одном из человеческих дел не заложена такая основательность, как в деятельностях сообразно добродетелям, ведь эти деятельности явно более постоянны, чем даже занятия науками. Причем самые ценные из них те, что более постоянны, за тем, что именно в них и притом непрерывно проходит жизнь блаженных людей. В этом, пожалуй, причина того, что они не уходят в забвение. Вы видите, это уходят в забвение. Это тоже проблема? Если мертвого забыли, как он может быть счастливым? Таким образом, счастливый будет обладать искомым свойством и в течение всей жизни остается счастливым, ибо всегда или насколько вообще возможно, как в поступках, так и в умозрении, он будет сообразовываться с добродетелью, а превратности судьбы будет переносить превосходно и пристойно во всех отношениях. Во всяком случае, как человек истинно добродетельный и безупречно квадратный. И безупречно квадратный, да. Аристотель предлагает следующее решение этой проблемы. Он просто дает новое определение счастья как деятельности и умозрения. И говорит, что в этом новом определении счастья внешние блага и трудности никак не относятся к счастью, не ломают и не создают его. Иными словами, счастливый – это добродетельный, а добродетельный – это тот, кто стойко переносит внешние несчастья. То есть Аристотель вынужден признать, что выбора нет, и придется сказать, что добродетель – это только внутри, и значит, что счастье – это только внутри. Он понижает стандарты. Помните, до этого он говорил, да, добродетель только внутри, но нужны внешние блага как гарант того, что мы можем добродетель воплощать. Нищий не может быть щедрым. Он повторит это, когда речь пойдет о щедрости. Но сейчас говорит, даже когда нищий не может быть щедрым, его умозрение позволит ему оставаться добродетельным, позволит ему оставаться счастливым. Поскольку случайностей бывает много, и они различны по значению, ясно, что незначительные счастливые случаи, точно так же, как и соответствующие несчастливые, не оказывают на жизнь решающего влияния. Сейчас. И в этом смысле вторыми наследниками Аристотеля, помимо эпикурейцев, конечно же, являются стоики, которые вот эту идею возведут в абсолют и так проложат путь к христианству. Но если важные и многочисленные обстоятельства оказываются благоприятными, они сделают жизнь более блаженной, ибо и сами они по своей природе способствуют украшению жизни, и воспользоваться ими можно прекрасно и добропорядочно. И тут мы останавливаемся и говорим, что... Вернемся назад. Помните, когда Аристотель говорил, что нельзя быть более благим и менее благим, что благо – это абсолютно. И значит, благо плюс богатство, как бесконечность плюс два, все равно бесконечность. Богатый блаженный не более блаженен, чем бедный блаженный. А теперь он откатывается назад. Еще разочек это предложение, пожалуйста. Но если важные и многочисленные обстоятельства оказываются благоприятными, они сделают жизнь более блаженной, ибо и сами они по своей природе способствуют украшению жизни. Да, вопрос, как он смог это сделать? Он не прочел то, что написал? Ну, Серега смог. Да-да-да, как троечник, да? Ну, так получилось, что я не виноват. Ну, я не защитился с этим. Ну... Смотрите, мы столкнулись с простым и понятным противоречием. Как его разрешить? Да нормально, противоречие. Ну, не влияет, но в целом, когда все хорошо падается, и внешне это ничего плохого, да как бы чуть-чуть более лучше себе понимаешь. То есть немного больше абсолютного блага. Одних другое для других. Нет, это просто разного качества вещи. То есть вся случайность у нас относится к чему-то внешнему. Он говорит более блаженными. Он точно так же говорит, что сознание, мышление и есть действие, а потом такой, нет, ну знаете, счастье это действие, ну давайте оно как-то... Ну, хорошо. И давайте я попытаюсь предложить свою версию, как я ее вижу. Мы возвращаемся к двойному значению слова, и это решает наши проблемы. Когда Аристотель говорит, что к счастью невозможно ничего добавить, чтобы стать еще более счастливым, он, естественно, говорит о естественном счастье. А когда он говорит о том, что к счастью можно прибавить внешние блага и стать от этого более счастливым, он, естественно, говорит о счастье, основанном на моральных добродетелях. Сколько бы ни было у вас денег,
Если вы обладаете подлинным счастьем, вы уже ничего не можете сделать, чтобы быть более счастливым. Но если вы хороший гражданин и хороший человек, конечно, вы становитесь более счастливым от того, что у вас прибавляется в деньгах, прибавляется в родственниках и друзьях, прибавляется в удаче. Это только показывает, что счастье, основанное на моральных добродетелях, не подлинное счастье, не предельное счастье, что к нему всегда можно что-то добавить. И таким образом противоречие полностью исчезает. Аристотель остается правдивым в обоих своих утверждениях. Вот такая вот моя версия. А случаи, напротив, неблагоприятные, стесняют и омрачают блаженство, ибо и приносят страдания и препятствуют многим деятельностям. Однако и при таких обстоятельствах нравственная красота продолжает сиять. Заметьте, это все еще речь про красоту, да? То есть это не про благо. Угу. Коль скоро человек легко переносит многочисленные и великие несчастья, и не от тупости, а по присущему ему благородству и величавости. Видите, Аристотель все еще приземлен. Есть такие слишком тупой, чтобы умереть. Да? Вот. Есть такие люди, которые ведут себя очень благопристойно, даже в невероятных ситуациях, но не потому, что они, значит, скрепили свое сердце и держатся, а потому что они не понимают, что происходит. Есть музыканты на «Титанике», играющие, значит, последнюю мелодию, а есть тот самый богатенький парень, который ищет этот самый кристалл. Или есть спящие, которые думают: «О, какой интересный сон про американские горки». То есть спать – это максимально тупое занятие? Ну, очевидно, конечно, конечно. Даже Сократ с вами тут согласен. Но здесь была метафорическая, конечно. Мы снова возвращаемся к стойкости. Счастье становится больше, если к нему прибавляются внешние блага. Но счастье не становится сильно меньше, если у вас эти внешние блага отнимаются. Если же действительно, как мы уже сказали, деятельности главное в жизни, то никто из блаженных не может стать злосчастным, потому что он никогда не совершит омерзительных и дурных поступков. Если речь идет о морали, тогда тот, кто не совершает аморальных поступков, не может быть плохим человеком. Я напоминаю, медленное погружение. Сейчас мы такие: ну, так, конечно, а как еще может быть? А когда речь зайдет о справедливости, Аристотель скажет: а может ли справедливый быть убийцей? Может ли справедливый быть нарушителем закона? И ответит: да, может. То есть вот это вот «всегда ты будешь моральный и никогда иначе» превращается в «ну, все зависит от некоторых обстоятельств в твоей жизни». Мы ведь уверены, что истинно добродетельный и здравомыслящий человек умело переносит все превратности судьбы и всегда совершает самые прекрасные из возможных в данном случае поступков, подобно тому, как доблестный военачальник использует имеющиеся у него войско наилучшим для ведения войны способом. А хороший башмачник из полученных кож всегда делает самые лучшие башмаки, и точно так же все другие мастера. И Аристотель снова опускает стандарт. Счастье – это не значит максимальная реализация добродетелей при условии внешних благ. Счастье – это значит, ты сделал с тем, что есть, то, что мог. И вот он подчеркивает это. Вывод. Коль скоро это так, счастливый никогда не станет злосчастным. Хотя, конечно, он не будет блаженным, если ему выпадет жребий Приама. Да. Парадигма такая. Добродетельность хотя бы не сделает тебя аморальным, несмотря на твою ситуацию. А если к этой добродетельности прибавится еще и хорошая ситуация, то ты вообще будешь счастливым. То есть вместо того, чтобы говорить о счастье и несчастье, Аристотель говорит: счастье, отсутствие несчастья, несчастье. И если же у тебя куча проблем, но ты добродетельный, тогда у тебя просто отсутствует несчастье. Этот заход позволяет ему решить проблему прямо, решить проблему отсутствия внешних благ. Но и в то же самое время утвердить господство внутреннего над внешним. Потому что если бы внутренние и внешние были равны, тогда у нас возникли бы проблемы. А так получается, что внутреннее всегда превышает внешнее. И вопрос политический – это не вопрос богатых граждан. Вопрос политический – это вопрос добродетельных, моральных граждан. И снова встает вопрос: значит, что лучше, деградация и богатство или голод, но добродетель? Голод, но добродетель. Теперь ответ – голод, но добродетель, потому что деградировавшие граждане не могут быть счастливыми в принципе, а голодные граждане
по крайней мере, могут быть не несчастными. Каким таким образом? Когда у нас появляется... Нет, смотрите, изначально это противостояние у нас родитель и порочность. Это значит счастье, а это значит несчастье. Аристотель говорит, значит, для того, чтобы быть добродетельным, вот здесь вот так, значит, вот здесь вот оказаться, нужно быть, для того, чтобы быть счастливым, нужно быть добродетельным, плюс иметь внешние блага. Аристотель говорит, черт меня возьми, они все время меняются. Вот были у тебя деньги, ты их вложил в МММ, а оказалась пирамида. Думал, заработаешь, а прогорел. Вопрос, ты в этот момент что, становишься несчастным? А потом, когда снова подзаработал, что, становишься снова счастливым? Это какая-то глупость, говорит Аристотель. Так не может быть, это хаос. То есть ты сам никак не можешь повлиять на то, что с тобой происходит. И это значит, что ты такой идешь по улице, самый жалкий, самый последний человек на свете. Вдруг вылетает на тротуар Мерседес, значит, черненький, сбивается в пух и прах, и из него вылетает кейс, чемодан с деньгами. Ты его хватаешь, и ровно в этот момент, когда получаешь внешние блага, становишься счастливым. Дальше Аристотель добавляет, а мертвым-то вообще никак. Потому что то у тебя есть дети, внуки, то их нет, то они богатые, то они бедные. А ты каждый раз должен становиться несчастным, когда они умирают. Они 100% умирают. Золь говорит, нет, какая-то это глупость. Давайте мы не будем, как это, только ситки мыслят абсолютами, да? Давайте мы не будем мыслить абсолютами, давайте мы будем трезвыми людьми, говорит Аристотель, добавим вот сюда несчастье. Таким образом, у нас получается не противофаза, а целых три фазы жизни. Вот если у тебя есть добродетель, но нет внешних благ, минус внешних благ, то ты, хотя и не можешь быть счастливым, но можешь не быть несчастным. И тогда мы задаем вопрос, тот самый, который задавали до этого. Когда я говорил вам, есть две системы, которые пытались сыграть в эту игру, у одной получились, значит, богатство плюс порок, а у другой получились полная бедность плюс добродетель. Разве вы вывод, что внешние блага... Минус внешние блага. Минус внешние блага и добродетель. Да. Ну, дает такое просто нейтральное состояние. Нет, оно не нейтральное состояние. Вам плохо. Вам нехорошо. Нет, вы же сказали, но вы можете быть не несчастны. Да, но при этом вы не несчастны. Хорошо. А если у меня есть внешние блага, но нет добродетелей, я могу быть не несчастной? Нет. Почему? Потому что добродетель стоит выше, чем внешние блага. Потому что добродетель является источником счастья. Потому что это есть реализация вашей природы. А внешние блага есть реализация случайности. Не говоря уже про то, что внешние блага искусственные. Может, ну, Виктор Франк, вот свои примерчики спрашивают. Нет, он же не это тот самый гей-вегетарианец. Нет. Нет. Я знаю только одного вашего Тумина. Вот нет внешних благ, всё-то там где-то называлось, Свенсон, все не но. Нет. И к какому выводу мы приходим? Мы приходим к выводу о том, что все-таки государство, которое делает вас добродетельными, но заставляет голодать, это лучше, чем государство, которое дает вам внешние блага, но оставляет вас быть порочным. Как голодный может быть добродетельным? Очень просто. Если он нищий, как он может быть добродетельным? Вот, теперь мы получили ответ. Как? В любой момент щедрый, но нищий человек при получении денег, при случае, да, может снова стать щедрым. Но порочный человек, сколько бы ему денег вы ни давали, никогда не будет щедрым. Он не может быть щедрым. А это значит, что добродетельный, но бедный стоит выше, чем порочный, но богатый. Я вам сейчас христианский догм объясняю. Да, серьезно? Да? А я же вам говорил, что Аристотель в этой своей части станет предтечей стоиков, а стоики подготовят почву для христианства. Но нас-то не это интересует. Мы же не историки христианской мысли, да, и христианской мысли. Нас интересует тоталитарное государство или либеральное. Какое лучше? Но мы получается, добавляя внешних благ добродетелям, мы делаем его счастливым. Да. Если мы добавляем добродетели, обладающим внешними благами, мы делаем его счастливым. Да. Но. Это то, что вы ваше поставляете, что нет. Сейчас. Вы говорите, что у нас есть добродетели и нищие. И мы даем ему денег. И он становится классным, счастливым. И берем того, у кого уже есть деньги.
И вы говорите, что мы дадим ему еще больше денег? Неправильно, без такого вопроса. Да, мы не денег ему должны давать. Мы подобрали должны давать. Да, да, но здесь это круто. Но здесь есть миллион нюансов, которые сейчас надо обсудить. Во-первых, первый из них – противофаза никогда не будет богатой, но добродетельной. Но не добродетельной, потому что вот оно. То есть у нас нейтральное состояние – это только добродетельный минус деньги. Никаких других нейтральных состояний нет. Состояние деньги без добродетели – это порочность. Это первое. Второе. Очевидно, что добродетельный, но бедный человек стоит выше, чем богатый, но порочный. В этом нет никаких сомнений. И третье. Это настолько очевидно, что вот он здесь. Очевидно, что бедный добродетельный ближе к добродетели и счастью, чем богатый, но порочный. Значит, бедный, но добродетельный стоит выше, чем богатый, но порочный. Я думаю, мы все с этим согласимся. Второй момент. Что проще, дать денег добродетельным или сделать порочного человека добродетельным, но богатого? Конечно, гораздо проще. Ничего подобного. Смотрите. Это гораздо проще, хотя бы потому, что внешние блага могут быть результатом случайности. Добродетель не может быть результатом случайности. Поэтому мы можем случайно не получить внешних благ, когда к ним стремимся, а добродетель мы получим в любом случае, если мы стремимся. Да, конечно. Поэтому проще дать добродетель, чем внешние блага. Нет, конечно, внешние блага случайны, поэтому их дать гораздо проще, чем обеспечить добродетель. Смотрите, если бы... вероятность какого-то события 50%. Нет. А вероятность другого события 100%. При случае, если вы будете стремиться к тому, чтобы эти события произошли, какой из них произойдет с большей вероятностью? Нет. С вероятностью 100%. Порочные стремятся к добродетелям. Да. Давайте. Мы должны делать их добродетельными. Вы же говорите, мы должны дать денег. Мы должны делать добродетельными. Делать людей добродетельными гораздо сложнее, чем делать их богатыми. Давайте мы на этом согласимся все. То есть вы будете здесь тычку сложнее, чем дать им денег? Гораздо сложнее, невыносимо сложнее. А уж тем более не одну привычку, а ну, конечно. Вы до сих пор не привыкли дорогу переходить в положенном месте? Сколько лет прошло в вашей жизни? Я до сих пор не привык дорогу переходить в положенном месте. Сколько лет прошло в моей жизни? За вами часто с палкой бегают, чтобы вы переходили в нужном месте? Значит, плохо воспитывают. Как минимум дважды я был оштрафован за это. Серьезно? Да, да, да. То есть у меня не было никакой криминальной записи до того, как я перешел дорогу. А потом, и первый раз мне говорит, ну хорошо, мы вас спросим. А потом, когда второй раз, гаишник говорит, о, да вы уже в системе, здравствуйте. Я говорю, да, здравствуйте. Вы сказали, внешне было зависеть от случайности. Да. И поэтому ну, их проще привлечь. Конечно. Но ничего не проще, потому что вы говорили, что... Хорошо. Вы сошлись на том, что философы – это случайность. Если бы... Мы вернемся обратно. Если бы добродетель и богатство равнялись в своей простоте, то мы бы могли здесь представить себе на том же уровне, что и добродетельный бедный, не добродетельного бедного. Но это, очевидно, невозможно. Потому что если мы просто дадим денег, если вы реально шли по улице и нашли чемодан с деньгами, добродетельным вы в этот момент не станете, если не были добродетельным. Но если вы были добродетельным, то в этот момент вы станете счастливым. Неужели, если вы были добродетельным, вы отдадите чемодан с деньгами, и вы снова станете бедным? Это да, это очевидно так, конечно. У нас чемодан с деньгами, скажем... Это нет. Да, который все-таки сделает вас богатым. Нет, но получается, что случай... Может сделать добродетельного человека счастливым. Да, именно эту проблему Аристотель обсуждает. И именно так ее пытается решить. Но ведь по большому счету добродетельный должен нивелировать этот случай. И вот о чем речь. Он именно это и говорит. Отказаться от счастья? Нет. Когда мы нивелируем случай, говорит Аристотель, действительно мы теряем внешние блага, добродетельный не становится от бедности порочным. Я не говорю, что он становится несчастным. Он становится несчастным. Он не, смелее как? Он не становится счастливым. Он перестает быть счастливым. Да. То есть добродетель, у которого изначально нет благ, по большому счету, делать то внешне благо, конечно. Нет внешних благ. При любом обстоятельстве, когда в любых обстоятельствах, когда они получены случайно, должен будет возвращать. Нет, ну случайно. Но там, допустим, дядя у вас богатый убил, да? То есть вам эти деньги, какую-то часть он вам завещал, то есть они 100% ваши. Вы потеряли родственников, вы возвращаетесь. Да. Но если бы вот этого полюса не было, вы бы все время становились несчастным от каждого чиха. Но так жить нельзя. Это
просто про то, что если у нас добродетельный оказался каким-то образом на вот этом вот центральном положении, ему крайне сложно будет вернуться к счастью. Наоборот, очень просто. Внешне, смотрите, потому что все, что он будет делать, всякая его добродетельность за неимением благ будет возвращать его на центральную позицию. Потому что всякое случайное приобретение благ будет подразумевать их каким-то образом не исчезновение, возвращение статус-кво. Или, в общем, будет фактор, который будет не вибрировать. Ваш пример с дядей отличный, потому что он должен потерять родственника, чтобы забрать его. Да. Поэтому человек порочного родственника. Но, конечно же, вы абсолютно правы. Иными словами, в нормальной ситуации, в обычном государстве, большинство добродетельных людей не будут счастливыми. Но они не будут несчастными. То есть у них все время будут проблемы, потому что мы не можем контролировать эти проблемы. Все, что мы можем контролировать, это, собственно, добродетель. Но мы возвращаемся обратно к цели нашего государства. Если мы все это знаем, то мы, конечно, знаем, что все, что нам нужно, чтобы большинство добродетельных людей достигли счастья, это внешние блага. При условии, конечно, что они добродетельны. А вот что делать с порочными, это гигантская проблема. Расплачивать, да. Хорошо. Они станут нищими, и все равно станут порочными. Нет, если они станут нищими, это же им-то богатство не холод. Порочным никак не меняется от внешних благ. Зато добродетельные становятся счастливыми. Да. Вот вопрос, если это у нас условно либеральное государство, а это тоторитарное, то посередине... Нет, это тоталитаризм, а это либерализм. А это идеальное государство. ИГ, я напишу, что это не знаком. Ну, то есть, этому названия нет. Идеальное государство, оно так и называется. То есть, это что-то еще сильнее, еще жестче, чем тоталитаризм? Нет! Это что-то еще круче, что ведет к счастью. Да. А у меня вопрос, я так и не поняла до конца, как может быть добродетельный, при этом, то есть, без определенных благ, которые Аристотель перечислял, которые вы написали, как он может быть несчастным при этом? Не несчастным. Значит, как он не может быть счастливым, это вы понимаете, да? Нет, несчастным. Как он может быть добродетельным, если у него отсутствует мужество, если у него нет деньги? Нет, не мужество. Хорошо, деньги. Деньги отсутствуют, деньги. Да? Как он может быть щедрым, если у него нет денег? Ответ, конечно, он не может быть щедрым. Следовательно, одну добродетельную вообще откинуть? Нет. Но как-то любой, у человека, который обладает щедростью как добродетелью, при появлении внешних благ он снова может эту щедрость как добродетель воплотить и снова стать счастливым. У человека, который... Вот здесь мы вернемся к порочному, без денег минус блага. У человека, который порочен, сколько бы денег вы ему ни дали, он никогда не придет к счастью. Он будет все время скатываться в несчастье. Смотрите, но вы объясняете это путем дополнительных, то есть вы выводите в нашу конструкцию еще дополнительные какие-то примеры. Аристотель ввел, да. А вы не вводите, пожалуйста, а объясните вот эту «Д». Она уже такая эстетичная, сформировавшаяся, но как она могла сформироваться? Очень. Если там нет денег. Мы можем сказать, что внешние блага зависят от случая. И это значит, что мы вполне могли родиться в хорошей, богатой семье, в хороших условиях. А потом случилось всякое в вашей жизни, и вот вы бедны. Что же, говорит Аристотель, это автоматически означает, что вы несчастны и, значит, порочны. А как тогда быть с добродетелью? У вас же внешние блага не могут отнять добродетель. Можно какой-нибудь особенный инструмент, например, с музыками, например. Если его цель дарить, например, свою музыку, то отнять у него все деньги, он станет от этого несчастным. И все Катя, просто все прекрасно. Нет, мне это понятно прекрасно в практической жизни. Я это пытаюсь... я вижу противоречие в ощущении самого же Аристотеля. Нет, сейчас. Добродетель внутренне присуща. Нет, не он это говорит, потому что перед этим мы перечисляли список добродетелей, и там была щедрость. Да. Она обязательно. За кулиас, которые мы сейчас. Да, мы же сказали, что нужно их все, то есть не какую-то, обладая какой-то одной добродетелью, мы не можем считаться добродетельным. Да, конечно. Это только все в свободе. Да, конечно. Вот я и говорю, как с позиции, с логики Аристотеля возможно вот это. И мы снова возвращаемся обратно и говорим себе, что Аристотель очень приземленный. Он об этом думает.
он не абсолютист. Он прекрасно понимает, что могут быть такие ситуации, при котором самые хорошие люди оказываются в самых ужасных ситуациях. Просто я не понимаю, если это не абсолютист, зачем ты выстраиваешь такую иерархию добродетелей, придумываешь там чувство юмора, мужества, еще? Ну да, деваться там. А если как потенциал, я понимаю. Если это Платон, понятно, что он сохраняется членом, что это потенциал, это все, но появляется средство, он начинает дальше работать. Вот Платон про чувство юмора вообще не говорит. Да. Кажется, уточнение, возможно, контролирует с вопросом, который Малезова. Если добродетельный, при этом не имеет внешних благ, он понимает, ну, потому что по сути, у него должен быть хорошо разрешенность, он понимает, что он не способен реализовать себя как добродетельного. Вы не можете быть членом, если вам... Да. Понимая это, неужели он становится несчастным? Если человек понимает, что он не способен достичь своей цели, не способен реализовать себя. Мы возвращаемся обратно и говорим себе, очевидно, что внешние блага стоят ниже, чем добродетель. Потому что... Он не может реализовать ее. Он не может реализовать ее без внешних благ. Конечно. Но внешние блага в любой момент могут появиться, как ушло, так и пришло. То есть мы говорим боги. Нет. То есть единственное, что удерживает от несчастья добродетельного бедняка, это боги. Нет, в том-то и дело, что в несчастье он никогда не впадает как добродетельный. Потому что Ровно наоборот. Единственное, что удерживает его от счастья, это случай. То есть у него случайно нет внешних благ, конечно. Все, да, и как только у него они появляются, он сразу становится счастливым. Ну, тоже получается такой смежный вопрос. Просто нужно обладать всеми добродетелями, чтобы быть добродетельным. Да. Вот, но при этом мы говорили о том, что если человек беден, он не может быть щедрым. Да. Вот, но если у человека нет денег, то он и как бы не обладает этой добродетелью щедрости. Вот теперь Аристотель... И получается, что он не является добродетелем. Вот теперь Аристотель решил эту проблему. Когда разделил добродетели счастья, добродетели внешние блага, вы можете оставаться добродетельным, будучи бедным. Просто не можете реализовать эту добродетель и стать счастливым. Нет, человек не может остаться добродетельным, потому что у него отсутствует одна из добродетелей, то есть щедрость. Нет. А эта добродетель отсутствует как раз-таки из-за того, что у него нет внешних благ. У него не отсутствует добродетель щедрости, у него отсутствует возможность ее проявить. Добродетель внутри нас. Вот не первый раз уже потому что мы изначально говорили, что добродетель, она всегда направлена, это действие. Да. А тут это уже не действие, а что-то внутри. Именно поэтому Аристотель медленно подводит нас к некоторым другим вещам. Он, конечно, говорит, что добродетель – это действие. И, конечно, говорит, что это действие, ведущее к счастью. Но в то же самое время он сталкивается с проблемой внешних благ и пытается ее решить. И говорит, хорошо, очевидно, что добродетель присуща нам самим. Это правда. Тут никуда не деться. Мы становимся счастливыми, когда проявляем ее, когда действуем. Но мы не всегда можем так поступить. Делает ли это нас автоматически несчастными? Это делает нас недобродетельными. У нас пропадает одна из добродетелей, которая необходима для того, чтобы мы считали полностью добродетельными. Она никуда не девается, мы просто не можем ее проявлять. Как она может существовать, если мы не можем ее проявлять? Очень можно просто. Тренировать и вырабатывать привычки, да. Не имея ресурсов. Нет, у нас когда-то были ресурсы. Не, если их не было. Нет, то если человек... их не было, то вы не можете стать добродетельным. Нет, стоп. То есть получается, человек, который родился в бедной семье, у которого никогда не было денег, он не может стать счастливым просто потому, что он не может стать добродетельным, даже если на него свалится вот эта гора денег. Да. Ситуация... Если вы бедному дадите, если вы недобродетельному дадите денег, он все равно будет счастлив. Но он не может стать добродетельным просто потому, что он родился бедным. Да. Ну, ладно. Да, давайте, это последний будет вопрос, и мы закончим. Александр Николаевич, вы сейчас сказали, и тогда вот вы задали вопрос, может ли этот добродетельный, который не может воплотить свою добродетель, не скатится ли он в несчастье? Да. И вот мой ответ, наверное, он скатится в несчастье. Если это так, то получается, что так как внешние блага зависят от случая, у вас половина жизни, каждый день, вот вы встали не с той ноги, и вы несчастны. На вас наехал автомобиль, и вы несчастны. Вы попали в больницу, вы несчастны. А Соль говорит, а как так жить-то можно? То есть вы все время находитесь между эйфорией и тотальным развалом. Смотрите, мы говорим о добродетелях. Добродетель – это не просто какое-то слово с улицы. Это конкретный, определенный набор каких-то
не знаю, категорий. И мы сейчас говорим про мужество. Представьте себе человека, который считает, что он наделен мужеством, но никогда в жизни не участвовал ни в какой... Нет, блага скорее не имеет отношения к мужеству. Есть такие добродетели. Да, есть такие добродетели, которые нуждаются во внешних благах. Нет, откиньте вообще внешние блага. Я говорю про то, что вы сейчас сказали, что есть та добродетель, которая не действует. Нет, смотрите. Аристотель будет говорить, что вернемся к нашим вещам. Значит, Аристотель говорит такую примерную вещь. Чтобы быть добродетельным, нужно проявлять добродетель. Нужно действовать добродетельно. Я думаю, мы как бы можем на этом согласиться. Чтобы действовать добродетельно, нужны внешние блага. Поэтому человек, у которого добродетель воспитывается, у которого она строится, это точно человек, обладающий внешними благами. Но в жизни может случиться всякое, в том числе самое нехорошее. Вопрос, становится ли от того, что лишается внешних благ, становится ли добродетельный человек несчастным, то есть порочным? Да не становится. А ответ – нет, не становится. Потому что добродетель все время остается. В каком смысле? Он знает, как надо поступить. Он просто не может поступить из-за внешних причин. То есть добродетель – это уже просто знаки. Давайте… Нет, ни в коем случае. Но он же как только… Не нет, если бы добродетель была просто знание, нам бы внешние блага не нужны были бы для того, чтобы быть счастливыми. Это было бы чистый сократизм. Смотрите, человек, который сократился, все, у него нет денег, у него осталась эта добродетель. Представьте себе ситуацию, давайте по-другому. Представьте себе ситуацию смелого, который рвется в бой. Подлинно смелый человек. И вдруг его хватают два непонятных мужчины и начинают держать его за руку и не давать ему идти в атаку. Он что, он перестал быть смелым в этот момент? Потому что не пошел со всеми остальными в последний бой? Он не перестал быть смелым. Тогда... Он перестал быть счастливым. Он не счастлив. Тогда, так это об этом Аристотель говорит. Нет. Хорошо. Он же не становится трусом от этого. Да, и значит не становится порочным, и значит не становится несчастным. То есть... Почему порочный и несчастный? Это одно, потому что добродетельный и счастливый – это одно и то же. Действие добродетели ведет к счастью. Это очень все... Правда. Самое ясное. Каждому свое. Если вы нашли в себе перипатетика, да? Спросили Смельчака, счастлив он или нет? Да, но... И он скажет, нет, я несчастлив, потому что я Но он не несчастен в этот момент. Почему? Потому что как только они его отпустят, у него всегда есть потенция стать счастливым. У порочного человека нет потенции стать счастливым. Хорошо. А теперь давайте представим человека, у которого не было... Вот вы смотрите, вы наводите такую конструкцию. Он, вот, допустим, любой человек, может, у которого были деньги, он может их лишиться. А теперь давайте возьмем... Человек без денег, у него никогда ничего не было. Тогда он не может быть счастливым и не может быть добродетельным. То есть добродетельным? То есть здесь вы сказали, что он может быть добродетельным без внешних благ. Еще разочек, вы же слышали мой пример. Добродетель – это привычка действовать. Да. Чтобы вас воспитать, эту привычку действовать, вы должны ее все время осуществлять, чтобы это стало привычкой. Для того, чтобы ее все время осуществлять, вам нужны внешние блага. В той ситуации, когда вы эту привычку выработали и эти блага потеряли, привычка никуда не делась. Как только вы эти блага вернете, вы снова сможете действовать соответственно. Но если у вас никогда не было тренировки в этой привычке, то сколько бы внешних благ вам не добавляли, вы никогда не сможете проявить их. А теперь, Катя, то есть нищий. Нет, мы еще раз спрашиваем себя, какая из двух ситуаций более предпочтительная? Бедный, но добродетельный, голодный, но добродетельный, или богатый, но деградирующий? Насчет добродетели. Просто из этого всего следует, что добродетель, она все равно зависит от воли случая. То есть она тоже абсолютно случайна. Нет, зависит не от того... реализация добродетели. Нет, сейчас, секунду. Просто сама именно добродетель. То есть добродетель нельзя воспитать в человеке, который родился, допустим, в бедной семье. Да. Получается, если человек родился в богатой семье, то да, он может как бы и стать добродетельным, и потом реализовывать это. Но если он родился бедняком, он не может стать добродетельным. Соответственно, здесь... Ровно точно так же, как если бы вы родились в семье, где у вас умер ближайший родственник или ваш брат, вы не могли бы быть счастливыми, вы бы все время горевали. Ну просто получается, когда... добродетельность, она тоже зависит от случая. Это не то, что... Нет, это не абсолютно... Выработка привычки...
Привычка не зависит от случая. Добродетель не зависит от случая. Но выработка привычки требует внешних благ. Но я не смогу стать добродетельной просто если из-за того, что я родилась в этой семье. Конечно. Точно так же, как если бы вы бы сейчас жаловались, что если бы вы не смогли бы стать добродетельной, если бы вы не родились умной или полноценной. Конечно. Мы не можем исключить этот случай. Да. Вот если этому ребеночку, который за собой на семье, кто-то дает какие-то денег или цветы, и он начинает к маме, он становится добродетельным, вот и все. То есть, как бы, и не значит, что вообще никогда не было. Вот привычки первый раз поступили блага, и человек сразу их поднес. Он же становится добродетельным. Нет. Почему? Добродетель – это привычка. Привычка не вырабатывается за один раз. То есть ему нужно снова и снова и снова. Потенциал есть, как бы даже у бедного человека стать счастливым. Но даже если вы это не принимаете, вот я пнула. Нет, Можно... Да, если добродетель – это привычка, это значит, что, скорее всего, она вырабатываемая. И об этом Аристотель будет прямым текстом говорить ниже. Моральные добродетели неестественны. Ну, можно все-таки. Подождите, почему нельзя объяснить? Нет, можно. Я не просто говорю, что можно. Я говорю, что это... Если обижаться, что все, бедный родился, никогда не станешь. Можно. Если привычка, потом пойду. Нет, если богатство, если ты родился богатый, то можно. А если как она появится? Нет, если богатство, если вы были бедны, но богатство появилось, то велик шанс, что оно уже появилось тогда, когда вы взрослый. А тогда уже привычки прививать себе поздно. А только здесь нужно. Ну, очевидно, вы. Да. Ну, да за что это такое? Хорошо. Тоже на каком-то примере вот два сына, один ненавидит свою мать, а второй очень хочет ей подарить цветы, но у него нет денег. Они что, равны? То есть у того появились деньги, он подарил мать эти цветы, а этот как ненавидел, только короче, так и все, это не одно и то же. Это вообще не одно и то же. Да, я рад, что вы поддерживаете меня. Да. Насчет благ, то есть получается, человек, который рождается вообще вот в любой семье, он не является ни добродетельным, ни недобродетельным. Очевидно, ребенок не может быть счастливым, а значит, ребенок. Но если у него есть блага, если у него есть блага, ну то есть какие-то внешние, то получается, он изначально рождается несчастным. И он нет, не может... он не рождается ни несчастным, ни счастливым. Но он рождается именно вот в той ситуации, когда у него просто есть блага, но при этом у него нет добродетелей. И... Это, конечно, так. Но он рождается не человеком, а ребенком. К ребенку неприменимы эти термины. Ребенок не может быть добродетельным в принципе. Но в ребенке же воспитывают, то есть вот ребенка начинают навязывать и воспитывать. Вот когда навязывают, вот тогда, когда у него появляется привычка, и он под ней взрослеет, тогда он становится уже взрослым человеком. То есть, как бы условно, у ребенка есть вот два стула, условно. Мы можем сделать из ребенка добродетельного человека, да. Но для этого нужны внешние блага. Ну, с тем же успехом давайте мы деньги заменим на родителей. Если вы, значит, живете без родителей с самого детства, то велик шанс, что из вас ничего хорошего не вырастет. Ну, да. А сколько знаменитых людей, которые были в детдом без родителей? Нет, именно за этим детдом и нужен. Да, но это не родители. То есть именно поэтому мы, наше государство идеальное, мы как законодатели, и должны попробовать обеспечить такую ситуацию, при которой вот этот случай сведется к минимуму. То есть вот случай, когда ребенок рождается, но у него нет внешних благ, чтобы быть натренированным в добродетели. То есть счастливых должно быть не чуть больше половины, а там процентов 95. Это ваш ответ теперь меняется, да? Да я и не говорила, что... Вы говорили 50 плюс 1. Не, я помню, так. Не надо отличиваться. Да, хорошо, давайте. У меня вопрос. Значит, смотрите, получается, при таком раскладе нам невыгодно, то есть, если мы строим такое либеральное государство, оно нам... То есть у каждого будут деньги, внешние блага для воспитания в себе добродетели. Но проблема заключается в том, что да, добродетели не будет. Потому что государство никак не заботится о том, чтобы их воспитывать. Да, и у нас будет только вот эта ситуация, кто будет. Хорошо, при этом режиме у нас будут бедные дети, которые тоже не смогут никогда быть добродетельными. Это тоже не подходит, правильно? Мы сказали, бедные и нищие, но зато добродетельные. Сейчас мы понимаем, что воспитать такого ребенка невозможно. Правильно? Следовательно, у нас есть только одно... А как же ваши великие люди из детдома? Но это же мои великие люди из детдома. То есть в Советской России они не могут быть из детдома? Нет, подождите, это мои люди, которые выросли, возможно, при либеральном режиме. Но я же сейчас говорю, что это не так, это карма.
Тоталитарное развитие для слабого с цели будет, да? Вы сказали, что в тоталитарном мире нищие, но добродетельные. Сейчас вы тоже говорите, что это невозможно. Бедные нищие, это невозможно сказать добродетельные. Вас бедность пугает, да? Хорошо. То есть для многих добродетелей нужны внешние блага. Но прекратите думать, что внешние блага – это только богатство. Да. Потому что богатство, как вы помните, отвечает только за две добродетели. Есть такие внешние блага, как, например, родители. Есть такие внешние блага, как, например, друзья, сверстники. Богатство отвечает только за щедрость и добродетель перед щедростью. У ребенка есть только нищие родители. У ребенка, у которого... У него могут быть другие добродетели, помимо щедрости. Щедрым он быть не может, это понятно. Но у него могут быть другие добродетели. Ну что, что вам говорили, что невозможно, он не сможет вырасти добродетелем? Нет, еще раз. Нищий ребенок не может вырасти щедрым. Ребенок без друзей не может вырасти общительным и с чувством юмора. Ребенок без родителей не может вырасти умеренным, например, или сострадательным. Благ не может вырасти добродетельный человек. Да. Давайте мы все-таки на этом остановимся. А когда дойдем, никогда дойдем до внешних благ, никогда в одно слово, да? Никогда не дойдем до обсуждения отдельных добродетелей, тогда можно будет уже говорить о отдельных добродетелях. Но понятное дело, что если мы хотим воспитать добродетельного человека, чьи действия соответствовали бы всему списку добродетелей, то конечно, он должен родиться. Я ни в коем случае не пропагандирую тоталитаризм и бедность и добродетели. Да? Я хотел вам показать, что обе попытки воплотить эту идею государства, которое заботится только о нравственном облике граждан, и государства, которое заботится только об их благосостоянии, обе провальные.